Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на моем канале, где очень много рецептов народной медицины. Я вам даю советы, которые используются более сотни лет. Они проверены нашими предками, моими предками и, конечно же, благотворно будут влиять на наше здоровье. Сегодня я хочу вам рассказать совет, самый доступный для каждого из нас, который используется от ломоты в теле и ревматизма. И, конечно же, это хорошо будет закаливать вас, улучшает кровообращение и снимает именно спазмы периферийного кровообращения, если у вас холодные руки, холодные ноги. Это обливание рук. Обливание рук мы начинаем с кистей, поднимаясь вверх до плечей. Эта процедура применяется не только как для закаливания рук, но, как я и сказала, для устранения застоя, когда у нас спазм кроветворной системы, когда у нас застой лимфосистемы, когда у вас ломота в организме идет. Даже если вы чувствуете первые признаки заболевания, да, вы можете использовать обливание водой рук от кистей до плечей, и вы очень быстро активизируете свою иммунную систему кровообращения. Также очень хорошо, как я сказала, при ревматизме использовать этот метод. Попробуйте это обливание, посмотрите мои другие видео тоже, обливание, обертывание. Будем сейчас с вами говорить, потому что в период осени и зимы все средства хороши для того, чтобы укрепить нашу иммунную систему и помочь организму в избавлении от хронических болезней и от того, что вас преследует на протяжении многих лет те или иные заболевания.